Варвара Ковальчук на соревнованиях показала себя настоящим бойцом. Тренер Эльвира Акмалединова рассказала, что накануне выступления ее воспитанница сильно заболела, но отступать не в ее характере. В итоге она заняла 3-е место по программе 2-го взрослого разряда в многоборье и оказалась призером во всех финальных соревнованиях. Все забыла про боль, собраться и выступить. Это вот суть спортсмена. На бревне мне было страшно упасть в поворот на 360, потому что я его могу, но не настраиваюсь хорошо. Но я его все-таки упала, но ничего страшного, потому что все уже прошло. И это все заслуги тренеров. Ульяна Куранова выступала впервые по 1-му взрослому разряду. Это достойный дебют, считает тренер Ирина Неверова. Ульяны также 3-е место в финале на опорно-прыжке и вольных упражнениях. Я настраивалась с самого вечера. Я продумывала все элементы, брусья, акробатику. Я это все отрабатываю. Девочки в спортшколе «Комсомольцы» уже с 5 лет. Сейчас вплотную занимаются гимнастикой в учебно-тренировочных группах. Обеим по 10. Сейчас мы готовимся. В мае месяце у нас будет соревнование в Ижевске. Мы едем, это в принципе не календарные соревнования, но выездные для того, чтобы дети умели, учились выступать на таких соревнованиях. И плюс мы готовимся на спартакиаду. Лилия Денисова, Алексей Шатунов, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».